Всем привет, ребят! Мы сегодня на аккаунте моего подписчика Ивана с ником Emotional, скорее всего, он так вот читается. 115 тысяч накопленных самоцветов, 3 яичка, и все это нам предоставил он. Находится он в гильдии Крепость, прием от 200к, кидайте заявочки, вступайте. Первые места, атака фортов 20.00, 21.00 боссы, беседа в ВК. Так, что-то я быстро закрыл вам его. Хочется уже паролить, идти отдыхать. Вот такая вот. ВКшка, пишите, кидайте заявочки, вступайте. Поехали, тащи ведро. Ну, сейчас затащим. Короче, бездонатный, по сути, аккаунт. Поехали, посмотрим, что по героям. 67-88, Трифит, Космо. Ну, я надеюсь на Космо, Бигфут, Заклинательница, Ледяха, Землеройка, Свален, Махатма. Короче, все понятно. Все последние герои. Такс, где твой алтарь? Где он? Купидон, королева гарпий, призрачный всадник. Вот она веселая жизнь без донатов. 115 тысяч самоцветов. Интересно, сколько их копил? Напишите в комментах, кто сколько копит сам. Ради интереса, чтобы приблизительно знать и люди могли ориентироваться, сколько надо копить, чтобы это все слить на вот это вот говнище. Потому что этот дроп по-другому не назовешь. Ну, конечно, это рандом. Это рандом, ребята. На каждом аккаунте свой рандом. Укротитель. Печаль. Жизнь, боль. Кому ты дал свои самоцветы? Конечно же, батьке Роллингов. Пожалуйста, я ж тебе сказал, ты дал батьке Роллингов. Ну что, поздравляю, недостающий герой есть. Блин, сегодня реально обалденнейший коллекционер, мне он уже нравится. Уже нравится, ледяной феникс. Вуаля, поехали дальше, то ли еще будет. Купидон, 115 тысяч накопленных самоцветов. Вот вы представляете, можно выбить Асуру, а почему нет? Можно выбить землеройку, а почему нет? Вот так вот, просто все изи. Вот это называется... Просто жесть. Асура есть, но землеройки, конечно же, нету. Обалденные герои. Поехали дальше. Ну, я думаю, он уже рад, что он дал этот аккаунт мне. Ну, будет рад, когда зайдет на него. Так, поехали. Бигфут хранитель, блять. Ну, вот так вот. Вот так вот я ролю на аккаунтах, поэтому кидайте заявочки, ребята, коллекционер есть, кинули в ВК, кинули в телегу, вечером я прихожу вам и просто чисто делаю красивый замес на вашем аккаунте. Стрелок, ну что тут еще скажешь, просто четенько. Еще один, блядь, я уже даже выговорить не могу, уже язык заплетается с вашими роллингами, но стараюсь паролить всем. Роллинги от 40к. Все описания у вас есть. Бигфут Атлантикор. Еще один Бигфут. Посмотрите, как хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу идет. Это меня радует. Вот такие вот роллинги должны быть. Махатма, ну на, пожалуйста. Надо тебе Махатма. Получай Махатму. Блять, это просто адский роллинг. Это радует. Фрея. Ронин. Ебой. Да, ребятушки, скажите вы. Что это за читы? Это Мэддевин так ролит. Фух, надо отдохнуть, наверное, или нет. Или продолжаем. Продолжаем этот напряженный роллинг. Так, поехали дальше. Вот так вот надо. Махатма еще одна. Куда уже вас столько? Жестко, конечно. Это жесткие герои. Заклинательница. Фея. Это жестко падает. Вот что значит бездонатный аккаунт, который решил наказать рандом. Бабашка. Бабашка. Индюшка, инженерюшка,
Эктоплазмушка, снайперюшка, алхимушка, палачушка. Я не увидел, кто там был, похрен. У меня уже глаза разбегаются от количества легенд, которые мы здесь сейчас вытащим. Так, сейчас будет имба. Я же говорил. Все, имба. С любого героя можно, по сути, сделать имбу, даже с друида. При определенной сборке. Просто рили. Рили две кенди. Лето в глазах уже двоится, разбегается. Он так долго, наверное, купил самоцветы, а я их за 5 минут уже слил. Больше половины. Бывает. Зато я вам скажу, он будет доволен этим героем. Так, надо остановиться. Остановитесь! Остановитесь! Что вы делаете? Остановитесь! Такс. У нас было начало обалденное, дальше что-то пошло не так. Раз. Два ледяных феникса. Я тебя обожаю, рандомчик. Кто там у нас еще? Бигфутик. Два бигфутика. Мы сэкономили ему нормально какашек, я вам скажу. Но я надеюсь, он не все герои на какашки перепустит. Потому что это будет просто last pieces. Так. Махатма. Опять жесть. Все в двойном экземпляре. Пожалуйста, заказывал. На тебе. Обалдеть. Так, что нам надо? Нам бы космо еще. Заклинательницу мы вытащили, да? Заклинательницу еще открываем. Ух. А я уже начал переживать. Вы поняли, что это не Закла. Где она? Мы вообще ее выбивали или нет? Что я не могу. Я уже втыкаю, ребят. А, вот она. В одном экземпляре. Ну то. И то гуд. Обалдеть. Так, нам нужен космо, ребят. Ниндзя. Рыцарь. В ожидании, ребятушки, следующего чуда. Фух. Подустал я, но зато сделал все по красоте. Малышник. Знали бы вы, что вот... По сути, на эти роллинги теряется на каждый роллинг 10-15 минут. И таких роллингов по 15-20. Ну, относительно 10-15 было. Капитан Рогатка, на нахуй. И вот ты сидишь, блин, и вот это одно и то же. Тысячи самоцветов, но на всех аккаунтах, 99 аккаунтов, просто в шоколаде. Потому что админ панелька тащит. Медуза седна. Просто бомбейро. Капитан Рогатка. Так, блин. Дайте еще космо, блядь. Чего вы жлобитесь? Чтобы я со спокойной душой пошел спать. Никак, блин, я из-за ваших роллингов никак не могу собраться. Не могу начать нормально качать ворожей. Из донатов своих. Каждый день, как ни одно, то второе. Там пропустил, там уснул, там не прошел, там то. Надо чисто переходить на YouTube. Трифит! Ебой! Ебой! Просто по красоте, пожалуйста. Вот так вот. Ну что я могу сказать? Вот это батька ролит. Конечно, жалко, космо мы не вытащили, но по красоте и свалено нету. Все остальное сделали по красоте. Так, ну что, поехали посмотрим, что мы там вытащили вообще, что мы собрали. Палыча он собрал сам, свалено, к сожалению, нет. Это все фигня. Это все насрать.
Ну, там карты, которые мы откроем сейчас, они по сути ничего не решат. Ничего себе. У нас даже тут что-то осталось. Вот это такое. Ну, все фигня. Короче, ладно, я смотрю, он копит. Копит эмблема. Пусть копит. Красавчик. В общем, такие вот дела, ребятушки. Как обычно, с вас жирный лайкосик. Я побежал дальше. Всем удачи. Всем пока.